Сегодня в программе о самом главном. Пневмокок. Чем он опасен, кроме пневмонии? Почему он может нарушить работу мозга и сердца? Кто в особенной группе риска? И кому нужно обязательно делать от пневмокока прививку? Мы пойдем с девушкой целоваться. Как бы мы ни целовались, чем угодно заразимся, кроме пневмокока. Смертность 30% в больнице. Сегодня 30% в эру антибиотиков. Что может привести к развитию гепатитов, кроме вирусов? И какая рыба полезнее, речная или морская? Вопросы от доктора. Александр Мясников спрашивает, вы отвечаете. Ну ладно, раз честно признались, пишите, переписывайте. Правильное питание. Как его соблюдать, чтобы быть здоровым и стройным? Что делать, чтобы научиться есть меньше? И почему в правильном питании могут быть даже вредные продукты? О, молодец, белки ешь. Я утку ем, я белки не ем. Так, подождите. Далее в программе. От чего страдает печень? Как восстановиться после инфекционных заболеваний?